Всем привет, дорогие друзья, с вами Диана, и сегодня мы с Лёшей продолжаем снимать свой сериал. Я замерзла, поэтому у меня такой голос, я очень тяжело разговаривать. Просто перемерзла немножко, наверное, уже нужно пуховик носить, а я все хожу в пальто. Диане никакие преграды не страшны, тем более холод. Я вам покажу немножко то место, где я учусь. Покажу свой самый красивый корпус, который вообще есть. Привет! И так как мы с Лёшей разделились, я буду кушать у себя в студенческой забегаловке, а Лёша пойдет мне больше по кафешкам со своим другом. Потом, как увижу, что он ел, обижусь. Привет, друзья! С вами снова Лёша. На сегодня у нас планы встретиться с моим старым добрым другом, зайти где-нибудь перекусить и починить мою электронную сигарету. Пришла наша третья подружка. Буду сейчас вас с ней знакомить. Она, как и Марина, говорит, что сильно громко разговариваю. Если буду говорить тихо, меня не будет слышно на видео, Анечка. А вот и Анька. Привет. Давай, расскажи что-нибудь о себе. Меня зовут Аня. Она уже старенькая, еще жива. Запорожского национального университета, но если можно сказать учусь, то это очень классно. Да, потому что мы с Аней два прогульщика. Ну, несмотря на это, у нас всегда все классно. Пойдем. Нас все преподаватели очень-очень сильно любят, да? Мы просто улыбаемся, как дурочки, и никогда не улыбаемся. Поэтому мы с ней две блондинки, я перекрасилась только для того, чтобы мы с ней вместе смотрелись, да? Нужно друг другу соответствовать. Да. Не так давно я еще курил. Была у меня такая вредная привычка, прокурил я ни много ни мало, почти 7 лет, и вот в августе этого месяца я решил бросить. Сперва это не удавалось, раньше были и тоже попытки бросить, но это не получалось. В этот раз я купил себе электронную сигарету, и вот с помощью нее уже 3 месяца я не курю. Но, к сожалению, спустя 3 месяца этой сигарете пришел пипец. Первый в моем плане был встретить своего старого доброго друга. Не только моего, а нашего с Дианой общим. Вот и он. Встречайте. Здорово. Это поздоровался. Здравствуйте. Всем привет. Это Володька, наш с Дианой общий друг. Куртку там же, где я заказал? Да. О, куртка оттуда же, по моему совету. Красавчик, держи. Хорош. Друзья, я обещала показать еще свой корпус. 6-й. Я не хочу сказать, что он страшный. Ну, не очень вообще хорошо выглядит, потому что раньше это была больница. Ты об этом знал? Да. Вот. Нет, это была общага. Это была больница еще когда-то. И общага была. Короче, что тут только не было, теперь мы здесь учимся. Здесь работает Володька. Сейчас он будет пролазить под этим. Ова! Проблема с сиретой. То есть я заменил недавно этот. Испаритель? Испаритель, угу. Да. А вот звук идет, а пара нет. Я, наверное, что-то не так сделал. Недолго музыка играла. Да, проходите куда-нибудь. Вот, забрали сигарету дать. Ты расстроен? Конечно. О, по глазам, посмотрите в эти глаза. О, они прям расстроены. Покажи достопримечательность нашего универа. Лавочка примирения. Да не лавочка, ай, лавочка, да еще лавочка. Вон, видите, стоит подкова. Поругайся с преподом и сядь на лавку. Ну как сказать, есть такие преподы, что с ними вот как не садишься. Еще одна девочка. Привет. Арина, ты на ютубе. Спасибо. Это девочка Арина, она тоже с нами учится. Учусь, и мы очень спешим на пару. Да. Время сейчас 20 минут. Ну, уже 15 да. минут уже идет пара, а мы снимаем блог. А ты учишься? Тоже, наверное. То же самое? То же самое. Вам на отдельные чеки считать или в один? На отдельные. 53. Мы снимаем влог. Просто влог. Просто влог о жизни. Пусть все смотрят и завидуют, как мы тут питаемся. А где посмотрели? На ютубе. Диана Бум, да. Да, мы там вдвоем с девушкой ведем канал. Вот такая у нас общительная попалась девушка, да? Большое спасибо. Вот, короче, такие у нас коридоры. Просто как, ну, в каком-то фильме ужасов. На камере еще ужаснее, чем вообще в жизни. Да, это 6-й корпус, именно корпус для менеджеров. Тут только мы учимся, и, по-моему, еще социологи. Ну, короче, самые востребованные профессии — это здесь. Сейчас я сниму еще корпус вам с этого, с улицы.
мы выйдем. Уже темно. Вот мы посидели эти полчаса на паре, а на улице до такой степени потемнело уже. Это наш этот, главный фанат, главный комментатор. Это первые комментарии его были, когда Диана еще снимала летсплей. Я просто вытянул его прямо с работы, поэтому он немножечко не весел. Он еще и проспал работу, ну все как всегда. Работает за копейки. Сколько платят, так и работает как бы. Это был единичный случай. Да, ну да, расскажи мне. Находимся мы в торговом центре «Аврора», не так давно открытом. Потом его покажем. На 5-м этаже, да? Ну да. Пришли поесть в «Амчик». Я так понимаю, это сокращенно «American Chicken», да? Значит, американская чика. Вот такой у нас 4 этажа. Он ужасный, конечно. Короче, подкова, типа, не знаю, на какую удачу. Может быть, сдать хорошую сессию. Но как-то она всем нам не очень-то помогает. И вот эта лавочка примирения. Как Аня сказала про преподов, хороший у него был вариант. Лёша пошел за заказом. Теперь внимание, что мы будем есть. Володька, ты проголодался? Ну, еще бы, ты вечно голодный. Пепси, это тебе, это мне. Большой, видно? Большой-большой бургер. Картошка моя, не твоя. Я вижу твой взгляд. И это мое. Соус, бургер, картошка и напиток. Приятного аппетита! Диана, привет тебе на парах. Как тебе там сидится? Ням-ням-ням. Вот мы с Аней сидели, короче, на паре. Ну как отсидели? Мы отпросились пораньше, на меня препод наорал. Всех на уши поставил, потому что, ну как бы, он не хотел, чтобы все уходили, а мы туда, не ушла, я за ним. Короче, делаем нервы преподавателям. Буду я идти к Лёше на встречу, Аня будет идти уже домой. И вот она будет с вами прощаться. Пока. Пока. Так скромненько. Сейчас покажу вам весь этот супермаркет. Вот так он выглядит. Хорошо видно. Девочка почистка. Шикарно, да? Она же не знает, что я сниму. Побачила. Нормально так. Вот мы встретились с Дианой. Я говорят, у Коля доктор жена вышла. Короче, кто-то на пары ходит, кто-то очень вкусно питается. Нормально, дайте нам походу нормально поели. А ты что, бутер страшный? Я его не снимала, мало ли какой. Леша угостил за свой счет. Я тебя? Меня. А, тебя? Слушай, я есть. Друзья, сегодня у нас на канале будет очередная трансляция. 8 часов вечера. Все. Вот, особенно он ждет, да. Друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Комментируйте видео. И ждите новых. Все, до встречи. Пока-пока. Пока-пока.